Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на Китайке битва гильдии. Она одна из первых, если брать ежедневно по серверу. Сегодня мы попробуем потрешевать. Возможно, мы сольемся. Не знаю, решил сегодня потестить именно рунки выживания. Вот такие вот, которые восстанавливают 1700%. Дают неуясно 3 секунды на таких вот героях. Это у нас будет Огник. Бигфут, возможно, лучше вместо Бигфута сюда будет взять Ронин. Он, честно говоря, Ронин уже надоел. Будет такая вот Фрейка, Командора. То есть вот так вот попробуем таким составом потрешевать. Не знаю, что с этого получится, поэтому сейчас попробуем. У нас там вроде сегодня топы, которые посливались уже до 18. Поехали. Так, смотрим. Ну, такая вот у него раста. Сейчас, я не знаю, попробуем один раз просто тупо блок выпустить. Конечно, мы можем нормально сейчас набрать. Посмотрим, как там Фрей. Ну, вот уже 50%. И сейчас можем свободно слиться. То есть варианты слива очень велики. То есть, видите, мои герои открывается очень прилично, причем. Ну, конечно, можно еще спамить 97%, 100. То есть, по сути, имея таких героев, можно даже не париться, не надо вам там пробегать далеко. У кого есть выживание, можно поставить рунами там оживу, например, талантом выживания. То есть варианты разные есть, но, как видите, у нас слили только пару героев. Проблем с битвой гильдии вообще нет. То есть можно даже такой вот вариант, просто подходишь в лоб, тупо кидаешь. Это был топ, у которого были прокачки 12-12. Без проблем мы его затащили. То есть не надо там особо заморачиваться. Так, 350. 400. Вот два топа отсюда. Так, вот интересно, кстати. Ну, давайте попробуем. Даже не Огника. Тут, конечно, такая расстановка, что тут проходить-то нечего. Просто интересно посмотреть. Урона, конечно, он особо много не наносит. Ну, такое. Но разбить здание вблизи, где-то, где вы не можете достать, такая сборка, в принципе, очень хороша. Давайте попробуем с Фрейкой, посмотрим, кого он это будет первым шатать. Ничего себе, стрелок еще сопротивляется, посмотрите как. 280, все, минус стрелок. Ничего, так у меня пиромах набрал, да? Видите, сейчас Фрейя просто с Фениксом и с пиромахом. Ну, тоже такой вариант, 90%. Не можете пройти так, просто берете Фрейю, кидаете вдали. Ну, это такая расстановка, что здесь особо проходить-то нечего. Так, окей. Поехали на 406. Опять же, топовая раста. Вот сейчас застанили его, не дали даже включиться. То есть такой вариант. Боится он стана, боится он, как и все молчанки. Но если он уже включится вот как так, то его очень сложно будет слить. Давайте попробуем выпустить его, а потом всех остальных героев. По сути, он и Бигфут. Это может быть вечная заморозка. Плюс еще Огник. Сейчас посмотрим. И далее ему включиться. Один раз получилось, больше не получается.
Осмотритель, как видите, стан. Даже вторым не дают ему включиться. Ладно, будем пробовать. Хочу попробовать, как, если он застанет, и выпустить потом всех остальных. Не застанет, а заморозит, точнее. Это все печально. Не хочу на него слона, конечно, ставить, но... Наверное, все-таки придется. Ладно, попробуем с Фрей. Фрейку. Вот, и теперь Бигфута и всех остальных. Но все равно, как видите, и Фрейя сливается. Ух ты. Ну что, как думаете, сольемся? Шанс слива вполне вероятный. Там осталось у нас Фрейя. Жесть. Нравится мне этот герой. Посмотрите, что он делает вместе с Огником. Да, всех моих там посливали. Но Мазуриксу просто пофиг. Супер. Вот почему этот бездонатный герой реально имбовый. 97%. Всех слили. Жестко, конечно. Так, поехали дальше. Читайте, он вытащил, в принципе. Потому что если бы не он, то сейчас бы меня просто слили. А так Огник соживой. Реально самый топчик на битву гильдии. Так. 380. 350. 385, 390. Так, что тут у нас есть? Стрелок, Фрейка. Ну, тут не особо топовая раста. Особо переживать мы не будем. Афинка в тотеме. Так, Фрейя на Фрейю. Загорелась. Вот. Просто выпускаем, посмотрите. Заморозка сразу же идет. Даже если там вражеская Фрейя сейчас меня бы ударила, дерево слили. Что я могу сказать? Смешно просто. О, что-то интересное. Или не очень. Не вижу Фрейи. Нету Фрейи, это все. Минус. Минус 2, минус 3, минус 4. Минус Бугимен. Вот как-то так. Печально, печально все. Так, а ну-ка. Заморозили Огника. То есть, видите, чем хорош этот герой? Когда вам надо в нужный момент, там слили и так его, можно спокойно где-то героя обездвижить, то есть заморозить, вариантов очень много. 5780, ну, так вот, такая вот битва гильдии, что там у меня в ближайших. Конечно, нам тут опять... Наверное, скорее всего, не светят. Хотя... Так, ну попробуем этот состав просто в рейд сбегать. О, ничего себе. Ну, прям топчик. Смотрите, 90% выбиваем. Командору слили, дерево слили. О, ужас. Блин, просто жесть. Он полезный как и для доната, так и для без доната. Да и рунки выживания, как видите, выживание рунами самое то, когда у вас есть жила, особенно девятая.
Это просто кайф. Вот выкинули всех и слились. Вот это имба-талант, ребят. Вот 3 секунды ваши герои выдержат. Дальше, конечно, будет все очень жестко. Думаю, Огнекрыл должен здесь затащить. Конечно, Махатма сейчас может его ушатать. Да, ушатает, скорее всего. Это она злобная. 95. Ну что? Чуть-чуть нам не хватило. В общем, вот так вот. Такая вот битва гильдии. То есть, по сути, можно свободно. Это я просто дерево кидаю вместе со всеми. Оттягиваете дерево. Кидаете его потом, когда надо резнуть всех. И у вас герои просто тупо добивают любую расту. То есть, заморачиваться особо над битвой гильдии вообще не приходится, вообще ни на каком сервере. Все, пишите комменты, кого вы хотите увидеть. Постараюсь уже заснимать без донатных героев, там, без топовых прокачек на битве гильдии, потому что это уже надоело бегать, вот это проходить надо, немножко посливаться. Все, всем удачи, всем пока.